Два крестных хода с православными святынями идут по Беларуси уже пятый день. В рамках Всебелорусского автомобильного крестного хода в Полоцк прибыла Великая Святыня Беларуси – чудотворный список Жировической иконы Божьей Матери. Встреча крестного хода состоялась 24 сентября в Богоявленском кафедральном соборе Полоцка. Поклониться святыне пришли верующие Полоцкого района и Новополоцка. В этот день храм был открыт до 9 часов вечера. Нескончаемым потоком в храм стекались верующие, чтобы получить отраду и утешение. 25 сентября после божественной литургии святыню доставили в Спасо-Ефросиньевский женский монастырь. В 14:30 она отправилась в Борисов. Жировицкая икона Божьей Матери – одна из наиболее почитаемых святынь в Беларуси. Явилась она на камне возле Жировичей в конце 15 века. Икона творит чудеса всем, с верою к ней прибегающим. Любовь Савко, Сергей Залынский, Саммит Плюс ТВ.